20 марта в Гомельском горосполкоме пройдет открытый аукцион на право заключения договоров аренды 4 земельных участков. Два из них предназначены для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов. Первый находится в Романовичах. Начальная цена около 5700 рублей. Второй в Красном Маяке. Стартовая цена чуть более 6300 рублей. Сумма задатка одинаковая – 200 рублей. Участок, расположенный на улице Оськина, предназначен для строительства и обслуживания здания розничной торговли. Начальная стоимость примерно 5700 рублей. Размер задатка 300 рублей. На улице Объездной находится участок для строительства и обслуживания объекта производственного назначения. Начальная цена лота приблизительно 87 тысяч рублей. Задаток составляет 4500 рублей. Извещение с перечнем необходимых для участия в аукционе документов доступно на сайте Гомельгеодесцентра. Подробную информацию об условиях проведения аукционов можно получить также в землеустроительной службе Гомельского горосполкома по номеру телефона 310948 или в Гомельгеодесцентре по номеру 419786.